торгово-развлекательном комплексе «Европа-Сити-Молл» прошла церемония взвешивания участников международного турнира по смешанным единоборствам «Про-ФС-40», который откроет серию чемпионатов лиги 2012 года. Турнир пройдет 1 апреля во Дворце спорта. В церемонии взвешивания приняли участие именитые спортсмены, известные во всем мире своими победами. Шамиль Абдурахимов, Россия, чемпион мира по смешанным единоборствам, входящий в топ-10 лучших тяжеловесов Европы. Шамиль встретится на ринге с Джерри Отто, восходящей звездой немецкого ММА. Это, пожалуй, самый ожидаемый бой всего турнира. На ринге встретятся два тяжеловеса. Сильные стороны. Сильный, бьющий человек, он всегда, надо его опасаться, потому что можно пропустить удар в любое время. Надо быть начеку. Встану утром в 11, наверное. Покушаю, позавтракаю, как обычно, да, и на бой настрой, и на вечер готов, да. Мы-то планируем как бы на стойке или в партере, но это уже бой непредсказуемый, видишь, каждый бой не бывает похож на друга. Ну, буду стараться на стойке. Удача должна присутствовать во всем. Ну, и в форме должен быть человек, чтобы удача, реализовать свою удачу. Еще один бой состоится в полусредней весовой категории. Беслан Исаев, Россия, и Фабрисио Насименто, Бразилия. Два ярких опытных бойца, за спиной у каждого порядка 20 блистательных побед. И, конечно же, эксклюзивный женский бой ММА. Чемпионка России по рукопашному бою Милана Дудиева, входящая в топ-5 лучших бойцов ММА Европы, самая перспективная девушка, боец России, встретится с опытнейшей ударницей и чемпионкой Англии по грэпплингу Даниэль Вест. Буду отдыхать, кушать, спать. Телевизор смотреть. Я хочу в первом раунде закончить все. Она проходит ноги, и я оттуда уже выхватываю. Это для меня плюс. Город Волгоград на турнире представят спортсмены бойцовского клуба «Сталинград» Михаил Дронов, Александр Яковенко, Сергей Плесовских и Саид Амаханов. Организатор турнира – профессиональный бойцовский чемпионат «Про-ФС». Президент Лиги смешанных единоборств Алексей Яценко пожелал всем спортсменам удачи на ринге и победы сильнейшим. После официальной части взвешивания у поклонников была возможность сфотографироваться с лучшими бойцами первоапрельского турнира, взять автограф и пожелать удачи любимым спортсменам. Накал страстей между соперниками во время взвешивания разбавляли прекрасные ринг-герлс «Про-ФС», которых зрители турнира 1 апреля смогут наблюдать в перерывах между раундами на ринге. Анна Дребнева, Константин Броневицкий, Волгоградское деловое телевидение.